В свой рабочий кабинет мастер Дмитрий Кудрявцев заходит крайне редко. В основном трудится на производстве. Говорит, что там он бригаде нужнее. Сегодня как раз тот случай, когда Дмитрию необходимо заполнить положенные журналы и разобрать бумаги. Их, кстати, всегда немного, ведь мастер Кудрявцев старается, чтобы во всем был порядок. С Дмитрием я не связана непосредственно по производству. Я, как табельщик цеха, в основном связана с заполнением им документов. Документы у Дмитрия всегда в порядке. Всегда что с какими-то просьбами о подписи работниками, каких-то документов, он всегда это делает, все вовремя. Дружный коллектив всегда в помощь мастеру. Бригада Дмитрия Кудрявцева смешанная. В ней есть и молодые специалисты, и опытные рабочие. В будни они слаженно работают, в выходные вместе отдыхают. Коллектив у меня в смене очень хороший. Мне досталась смена такая, я бы сказал, ответственная. Каждый, любят они свое дело. Выполняют. Что скажешь, все сделают. Собираемся в выходные дни, жарим шашлычок, обсуждаем дела всякие там разные. Сегодня, говорит Дмитрий, работать на производстве стало проще. Техника становится автоматизированной и компьютеризированной. Теперь оснастили все места рабочие компьютерами, и можно отслеживать весь процесс. То есть можно вмешаться, проконтролировать и, если какие-то нюансы, указать на них. Полевской криолитовый завод стал для Дмитрия Кудрявцева родным. Сейчас, спустя 6 лет работы на производстве, он смело говорит о том, что не жалеет ни одного дня, проведенного на этом предприятии. Больше всего на свете Дмитрий благодарен своему другу за тот день, когда он привел его работать на Полевской криолитовый завод. Ольга Демьянец, Константин Миронов, новости нашего города.